блядь, ах дай ты ему там. Друзья, рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня будет топовый видос, просто вам очень зайдет. Очень интересная реакция людей, реакция полицейского. Просто круто. Все, в принципе, как и планировалось. Поэтому досмотрите видео до конца, вы точно будете удовлетворены. Просто так стоят, я уверен. Наверное, на обратном пути будут останавливать нас. Ну, посмотрим. Бывают такие опасные моменты, притормаживайте, опять же не забывайте цели за левое или правое колесо автомобиля, чтобы у вас был маневр экстренный. Классная, комфортная погодка, это как раз вот около 6-7 вечера, можно ехать просторно, никого в городе нет, вообще кайф.
дома приходится экстренно оттормаживаться. Пешеход у нас лазит, как всегда, не по зебре, не в том месте. Ну, что поделаешь. Вот такие вот ситуации бывают. Смотрите, что это у нас тут. Я бы мог поехать, но еду с Димоном, как-то не уверенно будет. Ну ладно. Добрый. Можно лейтенант Алит? Да, да. На статье 40, все впереди фиксация. Можно? Можно. Дай ты ему Я в просьбах не отказываю. Сейчас посмотрим, что там Димончик у нас позаписывал, и проедемся на пристань. Тоже хотели поснимать еще, да? Хотели поснимать? Чуть-чуть в сторонку. Сюда отсечка. Не, сюда назад, наверное, поярче было, да? Да, я туда столб стоял нахрен. А ты как дела, где все пропадает? Я хотел сам ходить. GoPro выключись. GoPro выключись. Блять, я себя пересматривая видео, мне напомнило детство. Я катался на велосипеде, и когда мы садились на задний багажник, разворачивались спиной и задом наперед ехали. Ну, прям точно воспоминания. Нравится ли вам такой вот маневр камеры? Я пишу, и задняя камера. Стоит ли так оставлять? Кстати, Димону понравилось, и он сказал, что больше он снимать не будет, лучше камеру даст. Человек попросил то, чтобы не гоняли по городу, не шумели, выезжали за город, и как бы вот так вот, то есть, можно сказать, была просьба, никаких там особо не было, не придирался, что там, то есть, действительно подошел правильно. И есть то отличие между мусорами и полицейскими. Человек действительно нормально подошел к этому лояльно. И это круто, ребята, поэтому все действия выполнялись профессионалами. Поэтому не повторяйте этого без нужной подготовки. Подписывайтесь на канал. Если вы не здесь, то вы нигде. My niggas is savage, ruthless. We got better than 100 rock blue. My bitch.